Все, девчонки, вымыла везде пол. Чистота, порядок. Заправила диван, потому что мне нравится такое, когда много пространства. Сразу так свежо, уютно. Какой-то мусор, горох непонятный. Вот, коврик нравится, когда именно здесь. Кстати, сейчас покажу. Сегодня решили взять вот такие вот трусики Хаггис. Они были в детском мире по акции. Дочь, иди сюда. Это трусики показывай твои новые. Потому что наши памперс премиум Kia, они были без акции за 1500. Вот, обычно мы их за 1200 берем. И смотрю, короче, вот эти вот, они обычно 1500, по-моему, стоят. Они мне вышли 900 рублей, 899 рублей они были по акции. Троечка, 7,11. И мне очень прям многие девочки писали их попробовать. Вообще я Хаггис очень сильно люблю. Вы знаете, что японцев я терпеть не могу. Я больше их и брать не собираюсь. А вот Хаггис мы пользовались с самого рождения. Хаггис Elite Soft, вот. Хаггис Elite Soft там были, но там акция была только на пятерку или что-то в этом роде. Нашего размера не было. А наш размер был прям очень дорогой. Но... конечно же, я взяла вот эти. Очень мне понравились, девчонки. Кстати, вот тут 7,11 написано. Лерочка весит у нас 6 килограмм. Ну, прям идеально на нее сели. Как прям вот на нее сшиты. Тут рисунки вообще все разные. Ну, не прям все, но вот так вот они выглядят. У них классная резиночка. Они тоже очень завышенные. Так же, как и на памперсах, мне нравится. Потому что я брала до этого гуны. Они прям вот такие вот короткие были. И было очень неудобно. У них попки было открыто. Эти нравятся. Они не толстые, потому что памперс PMK, они все-таки все равно толще. И когда, например, она по маленькому в туалет ходит, у нее прям сильно-сильно разбухают. Вот, эти немножко тоньше. Так что, если будут по акции, короче, либо те, либо эти будем брать. Тоже очень хорошие, девочки. Большое спасибо, кто мне рекомендовал. Лерочка довольна у нас. Надо в три слоя. Второй раз, кстати, я просто так размазал, что было на водике. Второй слой был, просто помазал. Надо вот сейчас немножко подсохло, чуть-чуть высохло. Нормально, а вот там вот, где только что помазал, она пролипает обратно. Сейчас, подожди минут 30 хотя бы, сколько там надо? У нас сегодня на ужин будет горбуша. Очень захотелось. Мы сегодня зашли в Икеи, взяли упаковочку стейков вот таких маленьких. Потому что у нас вообще фиг такие найдешь. Мы берем либо в Ашане, либо в Икеи, вот в таких магазинах. И тут готовлю макарошки, которые я в фикс-прайсе взяла. Барилла. Вот такой вот формы. Посмотрим, если вкусно будет, то я буду там брать всегда. Вот, рыбка почти готова. И тут у нас еще салатик с помидорами, с огурцами. А ты что делаешь? А? Скучаю, скажи, да? Заняться нечем. Всем доброе утро, мои хорошие. У нас время уже 10 часов. Мы сегодня проснулись 7:30. Ну, как раз Игорь на работу уезжал. Лерка, видимо, услышала, проснулась. Она уже второй раз поспала. Что-то проснулась, мы умылись. Она начала глаза тереть. Ну, мы опять завалились, только я не уснула, она так немножко покушала, поспала, наверное, минут 40 от силы. Вот, и сейчас лежит, играет, хорошее настроение. Блин, не знаю, девчонки, вот вчера мы ездили в город, и бомбануло прям меня. Знаете, вот нам с Игорем нравится достигать чего-то, расти там, ну вот в таком плане, что улучшаться постоянно, хочется все лучше, лучше покупать, менять. И как раз вчера, ну, удивлялись, с ним ехали,
то, что, ну, многим людям не надо это, да? Вот кто-то может всю жизнь без машины быть, кто-то может всю жизнь в бараке прожить. Ну вот люди как бы видят, да, как другие живут, как другие стремятся, работают, покупают лучше, куда-то ездят, отдыхают и все такое, и им вообще этого не хочется, они сидят смирно на попе ровно. У некоторых и туалет на улице, и они даже не думают, например, дома ремонт сделать или еще что-то. Ну вот много, да, таких. Даже жалко и не жалко, не можешь понять. Вот. И я как бы тоже, да, я понимаю то, что я зарабатываю. На YouTube, да, у меня сейчас начнет, если доход приносить, чтобы деньги не улетали просто попросту, их даже не было заметно на всякую фигню, вложить их в нормальное что-то. Я очень хочу себе машину, я потому что устала просить постоянно, бояться. Я боюсь съездить в город, например, не дай бог какая-нибудь царапина или еще что-то. Потому что машина новая, у меня была десятка, двенашка, это были мои машины, я могла делать все что угодно, я могла съездить помыть, я могла сюда съездить, туда съездить, даже если у меня будет царапина, мне никто ничего не скажет, я заработала как бы на нее сама и все такое. И очень приятно, если я кого-то тоже замотивирую этим, даже лучше, да, вот вы, например, вы работаете кто-то, кто-то тоже, как и я, в декрете, например, как бы. Игры у меня декретные все забирают, они там идут на ипотеку, на машину, на продукты, ну, вот эти вот Лерки на все деньги, вот. А у меня как бы доход, ну, я скину там ему 500 рублей, еще там что-то скину, и я их не чувствую, я не понимаю, где они, что они, или, например, мне там что-нибудь на Озоне захотела заказать, на Вайлдберрис захотела заказать, все, я заказала, денег нету. Что заказала, где это все, и непонятно, знаете. Хочется развиваться. Хочется. Вот я заработала, например, вчера 1000 рублей. Мне сейчас прям хочется съездить в банкомат, снять это 1000 рублей и положить ее на свою мечту. Знаете, даже если это будет машина бэушная, да. А прикиньте, если у меня получится когда-нибудь с Ютубом, если у меня начнут рекламу там покупать или какие, ну вот мало ли, вообще я не знаю пока, у меня только за август 1000 рублей вышло, но это только пока что, потому что я только открыла, как бы включила эту монетизацию, за которую мне платят. Нужно просто во всем этом разобраться, да пофиг, хоть я буду 1000000 реклам в Инстаграме брать, зато я буду идти к своей мечте. Прикиньте, если все получится, да пусть это будет 3 года, хоть это 5 лет будет, и просто я пойду в салон и куплю машину новую. Да, это, конечно, просто там, да, мечты, все такое, а мало ли, да, но это как круто будет, то, что я заработала, например, сама. Пусть это будет первоначальный взнос, если я возьму кредит на эту машину, там, например, половину там накоплю, половину возьму, но это все равно будет мое. Я буду ездить с Леркой где угодно, я буду оставлять там свою косметику, расчески, покупать в эту машину что-то. Как было раньше. И то, знаете, потому что у Игоря не было машины, а у меня была машина. И как бы для меня это ненормально, когда, например, девушка за рулем, а парень рядом сидит. Но для меня как-то это стрёмно. Вот. И он всегда ездил на моей машине. Если мы шли гулять, например, я за ним заезжала, он садился за руль. Вот. Когда мы начали жить вместе, тоже он всегда был за рулем. А потом мы просто решили уже, продали мою машину и купили, вот в кредит мы взяли новую машину с салона. Вот. А сейчас мы как бы переехали, и автобусы, знаете, ну, на автобус я наверное, уже 1-2 года точно не ездила, я даже не представляю уже это все. Здесь и автобусы у нас дорогие,
И с ребенком я не хочу на автобусе ездить. Как бы, когда ты ездишь за рулем, и уже не хочется на автобусе, поймут меня те люди. И сейчас я еще более осознанно хочу подойти к минимализму. Я хочу посмотреть в доме, что не нужно нам покупать, и без чего мы можем обойтись. Какие-то средства, продукты или еще что-то. Не тратить на это деньги. Вот, и откладывать. Если мы уменьшим, например, растраты вот на эту фигню, и как бы и Игорю станет легче, у него появятся лишние деньги, и как бы мне не нужно будет ему скидывать, я могу на что-то там, на подгузники также, на что угодно у него попросить, он купит, а мои деньги я просто буду, например, откладывать, и все, заработка. Вот, и относиться к покупкам, например, ой, захотела я эту кофточку, куплю я эту кофточку. У меня, вот не знаю, я неделю уже хочу себе новую куртку, но она мне ни к чему. У меня есть куртка, у меня их 3-4 там, они мне не нужны, они у меня новые, я их в том году покупала, даже не в том году. Мне это не надо. Вот. И я, конечно же, не потрачу эти 2500 на куртку, я их лучше отложу. Вот. И лучше, конечно, деньги хранить в наличкой, чтобы ты видела их. У тебя было представление, например, сколько надо. Например, по 1000 копить и знать, сколько тебе надо, это будет легче. А не когда у тебя эти деньги хранятся на карте, и ты не знаешь вообще, как они выглядят. А еще для меня карта — это то, что я просто могу зайти любой в интернет-магазин, нажать одну кнопку, этих денег не станет. Вот. Я, конечно же, хочу заразить на это вас, чтобы я не одна была такая, чтобы не раскидывали свои деньги, куда попало, на этот фикс прайс, Алиэкспресс и все такое. Если у ребенка есть игрушки, ну, может, и не стоит больше что-то брать, может быть, стоит их убрать, а потом достать, чтобы ребенку было интересно. То же самое с косметикой. Косметичку сделать именно чем ты пользуешься, не покупать по 1000 средств разных, либо выбрать из бюджета что-то хорошее и не тратить на люкс. Также средства для дома, да, например, вот для пола я хочу заменить на уксус, чтобы мыть пол. Потом там что-то, лимонная кислота можно заменить, не брать. Антижир можно заменить. Ну, все что угодно. Например, вот тряпочка для стекол и средства уже не нужно. Вот. И это уже, наверное, около 1000 в месяц экономия на бытовой химии. Я буду тщательно все это сейчас изучать в интернете, подходить к каждой вещи осознанно, осознанно ходить в магазин по факту. Ну, у нас практически так и есть по факту. Например, вот мы вчера решили рыбу приготовить, мы купили только рыбу, больше, ну, рыбу и хлеб, больше ничего. Вот, что нужно, прям то и покупаем. Вот у нас сейчас сладкое, например, закончится к чаю, я пойду еще что-нибудь куплю. Не буду по 1000 штук покупать. Не люблю я эти всякие заморозки, там, тыры-пыры. Вот я кабачки эти заморозила, они у меня так и будут теперь 2 года там лежать. Холодильник у нас еще пустой, мы ходим чисто по факту в магазин. Вот. Ну, вот так как-то. Кстати, расходы на телефон я тоже сэкономила, потому что у нас Wi-Fi. Я платила 300 рублей за йоту. Сейчас я где-то 160 плачу, и мне хватает. Вот так вот. Ну и будем вместе разбираться потихоньку. Во влогах буду вам рассказывать, что где меняю, что где экономлю. А вы обязательно пишите, какая у вас цель и чем вы не пользуетесь. Мне прям очень будет приятно, что я могу заменить, что я могу не использовать, что я могу купить дешевле. Вот. Мне будет очень-очень полезно. И напишите, как вы копите в вашей семье деньги, либо вы их откладываете там на книжку, на карточку, еще где-то, либо вы храните все это под матрасом там. Ну, кстати, да, у меня раньше такая фигня была, я под линолеум прятала деньги, вот, когда у мамы еще жила. И потом Игорь, короче, поехал туда делать ремонт и нашел мои деньги, которые я забыла, там, наверное, 1000-2 было, так было, кстати, приятно вообще. Вот, пока я не придумала, что буду делать с деньгами, но первую 1000, которую я вчера заработала, я точно поеду и сниму, чтобы ее не потратить. Надеюсь, конечно, муж меня поддержит. Я ему вчера сказала уже эту тему. Вот, не знаю. Не хочу сдаваться.
хочу стремиться к лучшему. Я также надеюсь, что вы меня поддержите в этом. Будете отзываться на какую-то рекламу, либо если она вам не нравится, просто пропускать мимо. Как бы это такая же реклама, обращайте на нее так же, как и на рекламу по телевизору. Ну, рассказала я что-то, либо вам интересно, она, вы перешли, либо вы пропустили просто мимо, и все. Вот, я про Инстаграм сейчас говорю. А я зато заработаю денежку и просто отложу. Это такой же заработок, девчонки, как вы ходите на работу, вот так я спасаюсь в декрете. Почему я не могу 500 рублей согласиться на одну рекламу, которую вы просто возьмете и пропустите, если захотите? Вот, я же не заставляю вас покупать, я не заставляю вас подписываться. Вот. Мы такие же люди, просто. Просто вы пока работаете, а потом тоже, если будете в декрете, вы обязательно это поймете. А еще, конечно, про рекламу на YouTube, которая вам высвечивается тоже. Если у вас есть такая возможность не пропускать ее, я буду вам очень-очень благодарна, потому что если вы пропускаете рекламу, а заработок уже от нее мне не идет. Вот, а если вы посмотрите, то мне накапывает какая-то маленькая-маленькая копеечка, потому что, представьте, за 1000 просмотров я заработаю только доллар. Вот. И если вы посмотрите хоть одну рекламу, это будет такая вот маленькая-маленькая копеечка. Да, я такой блогер, который ничего вообще не скрывает от своей аудитории. Если реклама, я говорю реклама, и я хочу делиться с вами. Почему многие знают, что тоже хотят попробовать? Почему бы с вами не поделиться, не рассказать, как все это работает, сколько я зарабатываю по правде? Зачем это скрывать? Люди все равно знают, да, то, что что-то мы зарабатываем. Вот. Так что вообще, если любые вопросы у вас какие-то будут, задавайте, я обязательно вам расскажу, покажу. Может быть, вам статистика интересна, я обязательно могу показать вам на ноутбуке, что да как происходит. И мне много девочек пишут, как, например, Инстаграм завести. Да сейчас, если у вас есть уже 2000 подписчиков, там 500 просмотров, 300 просмотров, вам уже начнут магазины писать для работы по бартеру. Также рекламу вас начнут покупать. Ну, пока реклама будет там стоить 100 рублей. Вот. Ну, конечно же, это расти, расти, расти. Не нужно заморачиваться. Ведите просто от души. Пишите посты от души. Сторис постоянно выкладывайте от души. Не нужно, как блогеры-миллионники, специально ехать в какой-то город или в какую-то фотостудию, чтобы сделать очередные фотки и так далее. Чисто для контента, которые работают. Мне кажется, сейчас много таких не любят. Вот вы сами напишите в комментариях, какие вы блоги смотрите. Миллионники, которые каждый пост вкладывают миллион денег, чтобы его написать, чтобы фотку сделать и все такое. Либо мамочка, которая просто там, укладывая ребенка, написала этот пост от души. Вот. И вы сами поймете. Все, заболтала я вас, рассказала. Вообще спрашивайте все. Я общаюсь со всеми, я отвечаю всем. Я вас очень люблю, вы мои любимые подписчики. Ничего я от вас не буду скрывать. Я прям каждую девочку у себя в подписках люблю. Вы мои, потому что вы меня смотрите, комментируете. И почему я должна от вас что-то скрывать? Вот, кстати, сейчас веранду нашу покажу. Игорь вчера немножко так доделал. Осталось там откосы небольшие закончить. Та-та-та-дам! У нас, конечно, уже этот склад везде. Так вкусно, кстати, пахнет вообще. Сейчас включим наш свет. Вот такие вот у нас стены получились. Я не знаю, здесь, наверное, слоя 3. Плохо, конечно, видно еще. Все, видите, понаставили. Здесь, кстати, Игорь, видите, затирку цвета графит сделал. Вот. Вот здесь, конечно, все будет закрыто. Здесь будут пластмассовые откосы везде. На двери тоже будут откосы. Смотрите, как красиво выглядит вообще серый цвет. Вот такой, кстати, цвет мы будем делать тоже потом дома, когда ремонт у нас там будет. Ремонт мы будем делать, когда Лерка вырастет. Все стены у нас изрисует уже. Вот, а красочка. Так, давайте я вам краску покажу. Нам, короче, цвет делали в Леруа Мерлен.
Там что-то 70 рублей, что ли, платишь, и они мешают вам цвет, какой, который вам нужен. Вот такая вот краска. Еще очень много. Нам еще там красить и красить можно. Тут, видите, он скотчем везде заклеивал аккуратно. Здесь тоже будут уголки, потому что, видите, здесь такие вот неровности. Это все закроется. Плинтус пока мы думаем, может быть, не будем делать. Если ровный срез там получится, аккуратный, то мы не будем делать. Вот. Так что пишите, как вам. Мне прям очень-очень нравится. И потом сюда еще повесим рулонные шторы. Вот, они такого же цвета, как наши стены. Так что все, на сегодня, наверное, мой влог закончен. Пойду я к Лерке, надо умывать, кормить, кушать. Ну, я уже умыла. Самой уже покушать надо. У меня, кстати, горло немножко приболело. Все-таки на улице такая погода изменчивая. И Игорь вчера кондиционер в машине прибавил. Я, видимо, замерзла. Вот. Съездили в детский мир вчера, в Синсей сходила. Потому что мама сумку на день рождения просила. Я ей сумку посмотрела. Вот, у нее 14 числа день рождения. Тук-тук-тук. Че, куда мы еще ходили? Бургер Кинг ходили. Там, кстати, открыли. Вот, кто из Уфы в акварине открыли Бургер Кинг. Вот, мы там покушали немножко. Лерка, конечно, плохо сидит. Из-за этого мы уже дома все доедали. И все, по-моему, больше мы никуда не ездили. Ладно, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Оставляйте любые комментарии под видео. Я вас очень всех люблю. Всем пока-пока. Будем идти к цели.